были сейчас в маркете. Вот, здесь у нас рядышком Whopper, Burger King. Пожалуйста, Танюшка, что ты скажешь? Как тебе рынок? Burger King. А, ну, рынок вообще отлично. Посмотри, покажи. Это вот... Это Burger King, да. Да, вот эти вот сучки такие. Классика. Классика, да. Америка. Рынок замечательный. Что, пойдем посмотрим, почем они? Так. Чизбургер за 2,50. Интересно, а у них купоны есть? А вот смотри, за 10 ты получаешь прям полноценный вообще один воп, ну как бы. Так, смотри, чикен наггетс, да, 3,90, чизбургер за 4,50, бокс. Hello. Only look, please. Okay, thank you. Да, джуниор, ну нет, да. Вот под номером 2, дабл воппер с сыром, но это двойной воппер. А вот первый, вот смотри, 10.30, он с колой, да. А только бургер, 7.50. Это 350 рублей, да, где-то? Я заходила в бургерную Better, и там один бургер стоил $6.50. На $1 дешевле. Но он вкусный? Он был очень вкусный, да. Но он прям слишком натурально выглядел. Он у тебя выглядел, как будто тут мамочка приготовила. Возможно. Покажи эту фишечку. Ну-ка, мы давай. Нажимаем. Тут загорается свет. И ждем зеленый сигнал. Встретили одну русскую женщину, на самом деле. Она у нас спрашивала, почем тут помидоры, да? Или что-то такое, да? Почем? Что она спрашивала? Огурцы, помидоры? О, зеленый сигнал, мы переходим дорогу. Блин, ребят, ну здесь круто, смотрите, сколько зелени вообще, это просто потрясно на самом деле. Большой обзор на рынок засняли, вот там вот он начинается, вот тут рядом Бургер Кинг, как-то так. Все, всем до новых встреч, попрощайся.